Бывший министр обороны Греции Панос Каминос призывает нынешнее руководство страны обратиться к Российской Федерации за помощью в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом экс-чиновник написал в своей социальной сети. «Без Бериева ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас о помощи», — заявил политик. Российские самолеты амфибии Б-200 в Греции называют просто Бериев по названию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, названного в честь советского авиаконструктора Георгия Михайловича Бериева. В данный момент стихия бушует на греческом острове Родос, откуда проводится масштабная эвакуация десятков тысяч туристов и местных жителей. Россия в 2021 году уже оказывала Греции масштабную помощь в тушении пожаров. Тогда арендованный греческими властями самолет Б-200 активно использовался в спасательной операции и буквально спас Афины от уничтожения огнем. Греческие СМИ пишут, что Б-200 является единственным самолетом, способным работать в условиях аномальной жары. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал.